Желание получать играет какую-то роль, делает что-то сам, да, в первом сокращении, или все делать со стороны Творца? Я не могу тебе сказать. Несомненно, что все происходит со стороны Творца. И несомненно, что все происходит с помощью участия творения. Все? Поэтому для реализации нужно сказать так, что мы пробуждаем Творца, чтобы Он работал с нами, заботился о нас. А как мы знаем, что сокращение — это правильный путь для продвижения? Без сокращения я, мое я, оно не существует в реальности. Без сокращения нет меня. Творение существует только после того, как сокращает свои желания получать, и тогда творение может выразить себя, потому что наше желание получать, оно приходит свыше. Оно возникает свыше, Творец творит желание получать. И если я останавливаю желание получать и говорю, что я хочу из него, над ним, отдавать, делать что-то в творении, что-то произвести в творении, и только таким образом, что я наступаю на свое желание получать, и над ним я отдаю. И этим я совершаю свое действие, мое действие.